Смородина черная – результат селекции и специалистов из Шотландии, появившейся в нулевые годы. При выведении сорта упор делался на величину ягод и их вкусовые качества. Селекция удалась, крупные плоды необыкновенно хороши в свежем виде. В отличие от других смородиновых сортов, ягоды Биг Бен имеют тонкую кожу ЦЭУ. Величина плодов в два раза больше, чем у обычных видов. Ягоды достигают 6 граммов. При хорошем первоначальном уходе плодоносить куст начинает на второй год после посадки. С одного взрослого растения можно собирать до ведерка вкуснейших черных ягод. Сорт является ранним, и первые ягоды можно собирать в середине июня. Растение легко адаптируется к любым климатическим условиям.